24 октября в городе Астане в районе Дворца культуры Жастар прошел субботник, организованный Оргкомитетом Народной партии «Алга». В субботнике приняли участие Североказахстанская, Кустанайская, Карагандинская, Павлодарская, Акмолинская области. Девизом субботника был девиз «Давайте вычистим Казахстан». Несмотря на то, что разрешение на проведение субботника не требуется, власти города попытались воспрепятствовать проведению мероприятия, о чем свидетельствуют слова одного из сотрудников акимата. Нет, ну было как сказано, что вы хотели проводить здесь, на Жастаре. Да. Ну работа-то проводится. То есть вы об этом уже знали? Потому что мне пришло письмо. Ага. Но мы не видим такой необходимости проводить субботники. Тем не менее, активисты партии посчитали необходимым провести очистку территории. На памяти представителей Кустанайской области это первое мирное мероприятие, когда власть не применяла никакие административные санкции, штрафы, аресты, задержания.